Я тоже второй раз, но почему-то прибежал куда надо. Навалившаяся галерея. Окей. Он еще не добежал. Не добежал уже. Он разбахивает. Передовые тактические решения. Незваные гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Борно себе стал звери. Соберись с ним. Вот. От первого моба. Моб его убил. Просто не успели добить. Он до него добежал до следующего агро. Я в комнате убил первого моба. Ты не удержишь. Тридцать секунд. Да подведи ты кучу этого моба. Что-то так мало людей взял, если ХМ хотел делать. А столько миликов его делать, это, ну, не очень. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! А можно отсюда его бить?
со средств я сажал, загры били, били в загры. Могу 100 грамм поднять. 100 грамм. Что забирайте? Ты хоть знаешь, что значит драка? Придержите мечи! Я сдаюсь! Че, йога на долгить, блядь? Нет, там же... Три хранителя может. Это тринку рулят. Нет, три плюс три можно делать. Учитывается, что по классу на аркана, к примеру. Ну, я бы сказал, что на хила можно попробовать. На хила, да, тоже нет. Чем может васап зайдет на шамана, он там следующий в списке. Я не буду собирать валанир. А что так? Я вообще не записывался, я говорил изначально, что я не буду собирать, меня Олег записал. Он пейпер следующий после васаба. Слушай, Войд, поменяй меня, мне овцу надо. Я ралли. Иначе я сейчас уснул нахуй. Блять, Слав, ты каждый раз спрашиваешь, кто бы. Сука. Говорит, каждый раз мог бы, блядь, свой голос уже запомнить. Помощь.
Блять, что-то каста вообще что-то не, блядь, слабый пизда. Может, на ВПР не сменяем? Бля. По одному надо бить. Ты представляешь в разных сторонах. Помогите мне, дети мои! О, нормально. Не сбивай. Можно убивать уже с боссом. Корни снимите. Ого.
что это было. Вот это какая-то жесть была. Сейчас, если дерево не убьете, она отхилится на хул. Не хочу сеять панику, но в рейде осталось 8 живых человек. Там, видимо, откинула сова или лем, кто мог ей использовать. А что это за фигня была, когда 3 раза подряд подбрасывала воздух? Просто на землю даже не опустила, воздух убил. Цветки такие бомбы, они взрываются нанизу на полу. Такие зеленые они. Вот видишь, природная бомба. Вот это оно отбрасывает, если встаешь на нее. Джесса, тыкнуть кому? С ума, ну тебе там этот квест пошел, давай. Ну, ты ж этот собираешь волонер, надо сдать, получить типа другой квест и там.
О, выкройка. Шнурованный ремень светлого утра. Продняга. Вот, куда мы дальше с ним? Аэродроме. А выкройку ролить не будут? Ребят, наверное, у меня РК залагал, я не услышал ответа, будет ли ролиться рецепт. Понял, глюки. Недостаточно маны. Ага. Не-не-не, все нормально. А на кого пошли-то? Опять. На самого лучшего босса. Опять пол рейда где-то бегает. Испулили босса походу. Нет. Вроде нет. А с кнопочкой мы его не убьем? Беги, малышка, беги! Что, Слава, слезы сегодня, да? Нет, осторожно. Да.
99,9%. Почти что не царапинки. Продолжаем. Кнопочка не жмется. Это не сложно, на самом деле. Представляю вам противопехотную штурмовую пушку. VX-001. Советую поискать укрытие. Да, еще, наверное, надо бегать за спиной босса. Беги, малышка, беги! Это ДБУ в эту суходит говорит, что сейчас будет лазерная же, да, Параша? Вот этот лазерный у тебя идет отчет именно лазерного этого? Спасибо, друзья. Благодаря вам я получил ценнейшие сведения. А куда же я дел? Ах, вот куда. Красота, правда? Я называю это непревзойденной воздушной боевой единицей. Так они за дверью стоят. Секундочку, разве не наш для вот этого штурмового робота залить? Ну, а узнать мы об этом откуда должны? Да. Я, к примеру, второй раз у людей вообще везет, что я помню это счастье. Ну, милики бьют, бей никого. Надо слить все три части одновременно. Смотрите, да. Была почти мертвая. Беги!
борьба. Как из-за зачета вообще? Сейчас все системы в норме. Конец связи. Да. Че, ну кулипал есть, что сразу его можешь отдать, да и все. Палк. Вот это на посланника, я думаю, топовая на кулипала. Она вообще там. А, это по 50 есть. 50 есть. Знаю, десятки мне не нравятся. Ну я тоже скалку бы отдал. У меня тоже и хулипал есть пик. Ну ты им не играешь, он играет. Или она, не важно. Почему вы распоряжаетесь, а? Играю я или нет? Может я играю? Ну, я во все рейды хожу, я играю. Не собираю, но ролю. Кому-то отдам потом печеньку из всех, кому надо. Давай. Нет. А что, у остальных уже всех есть? Ну ладно. Вообще не понимаю, нахера это дать фанатичному безумию ради ачивки. Типа на звание? На звание. Или на что? Что да, в результате ты получишь? Да, ачивку? Да. Хорошо, награда какая, нахера это делать? Вот там БОЕшка лежит. А не, не БОЕшка, просто печатка в кольцо. Вот сегодня опять на мастерство. А, название? Ну, название, да, название можно пособирать. И рецепты забавили, и обмен. Песники, что ли? Че, мало кого набить не будем? Вот. Так, стой будет. Попозже. Спасибо. Какую? То, что на хила пала? Или то, что СПД и с хостой на прожиме?
Че, Пать, что ты возмущаешься, я не поняла. Не верю. Естественный отбор. Кого из хранителей будешь оставлять? Торим добивает, мне тоже кажется, что Торим вроде. Главное, чтоб народ бегал, резал стаки, там же. Я быстро отойду на минутку, это Хазарак. Можно на пару метров ближе? Все. Не, это слишком близко. Я же сказал, на пару метров. Каламбур, однако. Следующую ульду уже нужно какой-нибудь РДД пойти, а то миликов вообще доёба. Зевает тут спина. Пес совой нормально.
магом нежелательно, блядь. Хилом, к примеру, могу там шаманом таким бегать. Блин, тем же холипал. Ой, подойди к полену, тут спина лежит. Да, шаман вообще. А, получили. Едаль, справа маг прыгает. Дай точечный баб, пожалуйста. Ваша смерть возвести новую эру страны. Все, чего просрали? Ух ты. Слови. Машину краду. Ты у Войда холодильник так работает. А так эти лучики не спадают? Выйди рассекающим, Дань. Да не знаю, я выбежал, вроде луч с меня пропал, потом я возвращаюсь. Не. Для меня откровение это то, что эта лужа черная увеличивает урон и режет вас. Ну, я второй рейд в игре.
сейчас сбил карту, там, ну, вот эту, другой руками. Какие ужасы вас ожидают. Финальные колечки. Не знаю, на извращенца. Не знаю, на какого-то демона в лог, в дух одетого. Хотя это не профитно. Нет, нахера. С духами меткостью, да. Какое колечко. Здесь хранителей троих опускают. Кто лгалы, когда Сара станет мобом, которого можно бить, как над куполом поднимется, тогда ее целовать надо. На предыдущем рейде сделал чуку. Ну, Рона тогда оставляй, пусть там дрочит. Это тот, который стену должен сломать в «Игре престолов» или как? Почти. Надели моих смертных союзников мощью грома! Блин, тебе рейди веем. Боимся конкуренции? Второй раз вроде помню, но лучше повторить. Повторение – мать учения. Леонар, прошу тебя, даруй свое благословение! Я не два раза. Ну да, примерно так. Расскажи мне, что делать, может, я схожу. Мак. Мак. Да. Я могу пойти. И маг.
Я себе даже хилбот включил. Вудиалин, перестань спамить, пожалуйста. Чё-чё? Я не знаю, сова, например, вообще там тупо прижимает звездопад и дальше сама хилится. Конечно. Это на третьей.